Караулем молодых.
кончались арестами, драками, потасовками, то сегодня речь пойдет об ангелах. Я буду вам об ангелах. Рай и ад одинаково вечны. Они возникли, рай и ад, одновременно, и одновременно же исчезнут, когда закончится мир. Но пока полной неподвижности, как два противоположных центра, два полюса пребывают они в застывшей ионической драме надвременного, вечного противостояния, не имеющего ни событий, ни связи, ни длительности. Часть ангелов, их принято называть благими, райскими, выбрала кенозис, самоуничижение перед лицом непроявленной изначальной апофатической трансцендентности Бога. Они по своей свободной воле объявили о своей онтологической вторичности в сравнении с Творцом. Эти остались в раю. Их имена — Метроном, Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, и сонмы с ними. Другая часть предпочла заявить о своей онтологической самодостаточности, о сущностном единстве своего ангельского естества с природой высшего принципа. Иными словами, эти проклятые ангелы заявили о своей божественности. Их имена — Гекатрион, Люцифер, Сатана, Азар, и еще 994 других. И среди них вся национал-большевистская партия, которую я возглавляю. И только мы кричим, кричим, и кружится планета над нашей Родиной дым. Так значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна за всех, мы за ценой не постоим. Нас жжет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнений прочь уходит в ночь последний. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон летает красная ракета. Ведь так значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас жжет огонь смертельный, но все ж бессилен он. Сомнения прочь, уходит в ночь последний. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Не поют, деревья не растут, и только мы кричим, кричим, бросаемся в люди. Горит и кружится планета над нашей Родиной люды. Так значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас жжет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь, уходит ночь последний.
Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Thank you.
хорошо почтить память умершего Алистера Кроули минутой молчания. Если есть в зале какие-нибудь зажигалки и спички, вы можете зажечь и минуту помолчать. О мой Бог! Един твой исток, един твой дух, едино твое изменение. Позволь мне воспеть твои совершенства перед людьми. В образе шестиконечной звезды, сверкающей сквозь глупые своды, позволь мне объявить о твоих совершенствах. Ты явился мне как очень старый Бог, достопочтимый Бог, господин времени с острым серпом. Ты явился мне как радостный и довольный Бог, исполненный могущества, король, отец. В самом расцвете сил, с жезлом вселенной, коронованной короной духа. Ты явился мне с мечом и копьем, воинственный бог в зияющей броне, в сопровождении свиты рыцарей. Ты явился мне как юный зияющий бог, бог музыки и красоты, как юный бог во всей своей силе, играющий на мире. Ты явился мне как белая пена, как части тела магической женщины, как богиня экстремальной любви с золотым поясом. Ты явился мне как юный коварный мальчишка с твоей крылатой державой, твоими змеями, свившимися вокруг жезла. Ты явился мне как охотница посреди своей своры, как чистая девственная богиня, как луна между вековыми дубами. Но ничего из этого меня не обмануло. Я отбросил все эти видения и закричал: «Пойдите прочь!» И все они исчезли. И тут я сплавил вместе пылающую пятиконечную звезду и шестиконечную звезду в тигле своей души. Смотри, вот появилась звезда 418 надо всем этим. Но на этот раз ничего из этого меня не обмануло, потому что у короны 12 лучей, и все эти 12 суть одно. А сейчас я увидел противоположные, дурные вещи. Но они не существовали так же, как не существуешь и ты. Я видел две головы на одном туловище, которые постоянно бьются друг с другом, и поэтому все их мысли пребывают в смешении. В них я видел тебя. Я видел убийц мудрости, как черные обезьяны, они бормотали порочные глупости. В них я видел тебя. Я видел агрессивных матерей ада, разрывающих своих детей. О, вы, которые не имеете понимания, в них я видел тебя. Я видел безжалостных и полностью лишенных снисхождения существ, раздирающих, как гарпии, свою добычу. В них я видел тебя. Я видел огненных существ, гигантов, как вулканы, извергающих в бешенстве черную блевотину огня и дыма. В них я видел тебя. Я видел мерзавцев, скандальных агрессоров, эгоистов. Они были как люди, о Господи. Господи, они были так похожи на людей. И в них я видел тебя. Я видел воронов смерти, парящих с хриплыми криками над развратной землей. В них я видел тебя. Я видел духов лжи, прыгающих, как лягушки по земле, и по воде, и по мерзостному металлу, который все разъедают и сам не сохраняется. В них я видел тебя. Я видел богопротивные перверсии, людей-быков, прикованных в бездне гниения, режущих друг друга языками в страданиях. В них я видел тебя. Я видел женщину, о бог мой, я действительно видел ее, подобно роскошной даме, скрывающей под внешними формами черную обезьяну, подобно силуэтке, призывающей своими руками маленькие подобия человечка в ад, я разглядел, что от головы до пояса это была женщина, от пояса до пят мужчина. В ней я видел тебя, потому что я сдал пароль закрытого дворца 480 и держал в руках поводья колесницы свинца, черные и белые. Но ни одна из этих вещей не обманула меня, поскольку своим мастерством я развил их все в 12 лучей короны. И эти 12 лучей были одни. You're gone in our in the gone in our. This eye is again a cockatoo.
I don't know what to do.